Какие тут блайнды? Да, что за звук? 10-25, да? Да. Сука кривая, да иди. Так. Бля, охуенно пью. Кефир с грейпфрутом мы им берем. Играю ты с что там Амусом, куда залупу стаком то в ешь, покер. что это Изи. пьешь? Какую залупу ем? Ты йогурт там ел вкусный. Да, что у меня за звук йогурт, в трубах? Ой, кефир пью. Че, в трубах? Да, стучит что-то в трубах. А че все молчат, я не понимаю. Я говорю. Я что, пытаюсь... мы напряжены? Я пытаюсь просто вывести этот нормально. А ты не вывел? Нет, я вывел, но просто у меня как-то криво. А кто, Гвин дал 0.25? Да. Падла. Кстати, Рома, ебаный. Ты же можешь у себя на стриме просто карту скрыть, заглушкой сделать, нет? Как заглушка? Ну, сверху какую-нибудь картинку на свои карты налепи и все. А, да, а ты зачем? Никто же не будет смотреть. Ну ладно. Ваня переживает, что я реально буду смотреть. Я не переживаю, я просто в этом уверен. Не, Ваня. Все, у меня 2 туза, ребят. Я надеюсь, это нормальный счет. Булицы пришли. Ой, вы зря, зря. Я все сейчас, я на все сейчас пойду. У меня 2 туза. Давай, давай. Давай, давай, пиздобол старый, блядь. Оль, так у тебя тоже только 4 доллара, ты не докупила. О, Вань, ну слушай, ну 2 туза, ну ты тут должен до конца идти. Даже не знаю. Да у меня 2 туза, что вы думаете, я врал, что ли? Да не-не-не. Ничего не врал. Бара на тройку. Вообще 2 бакса у меня 2 туза. Мне кажется, Ваня не врет. Ну, Ваня, наверное, 4-5, блядь, Ваня. Ну, опа, гамбла, да. Я не верю, нахуй. А чё, вы чё, ёбнули? А, блядь. А, ну да. Да. Блядь. Закрой карты чем-то, а вы чё, не хотите чат моей карты видеть? А мы можем это? Жестко. Мы можем показывать карты, когда будем выигрывать, или не хотите? Давайте показывать. Давайте, давайте показывать будем. Поехали. Конечно, это... Блядь, инсайдер. Ну, так я тоже думаю, что вы хотите видеть просто. Я вам сказал, мне 2 туза, что вы не верите, что ли? Я сейчас буду похоже дозаливать из-за Вани, сука. Сет на тузах, прикинь. Мне реально 2 туза, ребят, я не тебе 2 доллара, Оль? Чё, вы нахуй? Я потом покажу карты, ну. Да всем похуй на твои 2 туза, у меня 4, блядь, Вань. А, да? То есть ты, типа, заходил 4-й? Сомневаюсь. Типа, почему никто не сбрасывает? Вы че, ебанутые, нахуй? Что, это начало? Никуда вообще, ни туда, ни сюда. Это первая партия, ублюдки, нахуй вы все бабки высасываете? А, бля, мне, наверное, надо покер. А, у меня стоит покер, боже, модер гений у меня. Давайте еще по 2 бакса и хватит. Хватит с вас. Да, блядь, я так уже алым пошла. Ну что у тебя там, Гинглады? У тебя 15 центов еще есть. У тебя 2-3, что ли? Гвин всегда с хуйней идет до конца, блядь. Я 2 пары какие-то. Так, давай ты сейчас не будешь мы... Ром, ты сбросил? Да. Дима доволен. Уберите ведьмака. Уберите ведьмака со стола. Нечестно. Гвин, ты что там, стрим смотришь? Да какой стрим, блядь? Я сижу думаю, блядь. У инсайдера, блядь. Ладно, пизду, блядь. Мне флеш дошел, все нормально. Дошел флеш, нормально. На тузах, да, еще? Ебать, я зачитал Ваню нахуй просто. Бля. Так ладно, я сейчас залью. Я гений, потому что я читаю чужие карты. Я не поверил Ване вообще. Айван, ну вы даете. Ну, у меня просто этот удачно так на блайнде большом прилетел. Я такой, о, классно. Блять, а вы можете только нахуй изначально не хуярить, блять, там как. Гвин, да, давайте аккуратно, пожалуйста. Чек. 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 Жалко, здесь нельзя, знаешь, таким голосом 50 вкидывать. На фуббонтичах. 50. Да. А у тебя, Ром, в чате шарит вообще за покер? Old. Ну да, наверное, они пишут, что ты уебище играть. Не шарят за моё. Да, не везде. Old. Вон там челы пишут. Фолд, Роман, фолд. Я уже вышел, если что. Так, а я их на втором месте не смотрю, когда эта игра. А вот сейчас смотрю. Был бы кого-то четверочка, по-моему. Смотри, посмотри на эти вточенные 2 ебальника, блядь. Блядь! Марк! Марк!
Посмотри в очках, пожалуйста, если у тебя стрит, брат. Кстати, у меня отражение видно. Марк, выше сделай голову, пожалуйста, брат. Не-не-не. Ну, блядь, ну... Ром, ты, кстати, цвет стола можешь поменять. Да я не думаю, блядь, Марк. Да, я знаю, кстати, точно, я всегда черный ставил. А что у меня, Гвин? 6-5, две пары. Нормально. Гвин. Я говорю, Гвин с хуйней всегда летит, блядь. Гвин, короче, наиграется, походу, сегодня. Что, может, дружескую сыграем? Это как? Просто поколем 25 центов и все. Дружеская, блядь. Неплохо, кто там с бубнами сидит? Охуеть! Я, пожалуй... Найс, Коля, чат, мне похуй. Сольюсь. Мне похуй чат. Я Коля, что хочу, блядь. Сюда, доллар, блядь! О, окупился, получается. Чат, не деньги. Поднялся. Так, у меня 2 туза опять, ребят. Все нормально. Жесткий. Ваня, да, 3 туза. По 2 бакса будут хуярить. Ваня, давно 2 туза скидывают? Иван, ты деньги не бережешь. Да я просто щедрый. Да ты заебала, пошла, пошла, да, сразу. Что у тебя пара девяток, блядь? Давай, ну-ка, давай. Чё там? Туз король, наверное, был. Да, у меня 2 туза, как у Вани. Давай, Оль, теперь 3. Вина уже ебала, по-моему. А чё ты ничего не поставила? Что ты не поставила? Дама 10. А почему французка ничего не ставит, ребят? Бля, челы мне пишут, короче, найс этот... Найс колледж, потом, когда что-то выпадает, они такие, найс фолд, блядь, зачем фолд? Да какой морг, блядь, бакс! Да ты сама начала эту историю, я продолжаю, блядь. Так, чувствую, покер начинался 50 минут, закончится за 10 минут. Ещё давай. Сейчас будут написать, хорошо, что за фолд, блядь. Да, нормально. Неплохо. А где 2 туза, Вань? Да я скинул просто. Ну, кому-то решил отдать, не долетели, блядь. Не долетели. Чат, из чего играю, блядь, 10 раз покер только. И мэруф, ты. Ну, что-то мамочка еще не идет рука, потому что обычно у него то сеты, то флеши, блядь. Чек. 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 3,5. Люби достойную, только мать им камеры 3,5. Надо музыку включить. Покер какой-нибудь фанк. Уебищенный Алексей, блядь. Я думал, что у него нихуя нету, блядь. Да у меня-то ничего не было, у меня пара, ну, по сути. Ну, король последний опасный был. Я буду вас, короче, душить смайликами. Вот этим смайликом буду вас душить. Знаешь, у меня смайлики есть, помнишь? Оп. Пока, блядь. Call. Пока, пока. Call. Ой-ой. Я скрыл. Говно понял. Какое-то говно на столе. Что за говно на столе? Так, комбинации покер холда. Опа, 20. Что-то жёсткое. Да всего до 25. Комбинации покер холда. Самое время. Что-то озвучка опять включилась. О-о-о, играем дальше. Вау. Ого! Заноси капусту. Ну давай, ладно, посмотрим, что там. Посмотрим. Все хорошо, я вышел. Ребята, кара, это 4 одинаковые карты, да? Чек, чек. Ой, ой. Кара и гнёнка. Ой. Мне тут за кара, короче, $20 еще докинул сайт когда-то. Да тут ладно. Да. Тут типа за какие-то рарные комбинации он. А типа каре это, ну, типа 4 вольта, если будет, да? Угу. 4 любые карты, блядь. Каре это прическа. Не-не, каре только 4 вольта. Новая комбинация. Каре на вольтах. Я в тильте. Я в тилте! Тилте! И шара, блядь. Похуй, чат, если что, я тут закупился побольше, блядь, я залил $60 на всякий случай, потому что знал, как я буду играть, блядь. Так, я комбинации выведу. Блядь, акула, я блюзу. Как хорошо я выхожу. Нормально. Акулой. Все, все начали аккуратно играть. Два туза пришли, два туза. Два туза, заходим, ребята, два туза.
И куда так, они тебе? Не нравятся мне вот эти два глаза здесь. Блядь. Совершенно не нравятся эти два. Что-то стол странный идет. Полная. Один бакс не потянул. Алексей похуй, он всегда хуярит, а Гвинс тоже всегда хуярит. Не, не всегда, почему? Алексей, видите у вас цифры рядом с ником? 90. Чек. Вы знаете, что это значит? Нет. Это процент того, сколько вы колите. Реально? Да. Не, не всегда. Разве? Да, не, не всегда. Да-да-да, это процент, как ты часто врываешься, типа. Да, блядь, да я рот ебал. Что-то я не часто врываюсь, получается, да? Правильно делал? Наоборот. У тебя, видишь, огонек, типа, ты дохуя врываешься. Чек. Не, нет, это я дохуя поднял. По-моему. Нет? Все, сливайтесь. Ой, все, нахуй. А что ты не олынишь-то, даром? Сюда, блядь, сюда. Бля, вот об этом речь, как Роме доходит. Давай, давай. Так что, в смысле доходит? У меня там... Да, так доходит, блядь. Последние карты, нахуй. Ну, реально, на ривере это тебе фулл хаус пришел. Ну, так до этого у меня две пары было, похуй тоже. Ну, да. Две пары, конечно, почти равносильно. Так. С Алексеем, у которого 90% поддерживания ставок, это равносильно, думаю. Это рейс на биг блайнде. Опасная пара в руке. Опасная пара в руке, блядь. Карманка на 50 центов. Убина пара десяток, все, летит нахуй вылет. Жестко, жестко. Нет, тут я не потяну 25 центов, ребят, сори. Я просто какой классный стол. Я просто хочу залутать себе. Стол реальный. $2 лутаю. Прости, друг, лутаю $2. Я в тилте. Бля, у меня на этом покере. У нас на покере онлайн, как у Алохи, когда он там 75 тысяч выигрывает, блядь. Я в тилте. О, улицы! Нихуя себе, Гвин. $3 с двумя тусами! Красава, Гвин! Гвин, а ты $10 депал или сколько? Ой, ну сейчас с 10 пошел? А хуй его знаешь, посмотрю. Бля, жестко. За сотки. Мне похуй. Мне поебать. Я вообще всегда буду лететь нахуй теперь, как Алексей. Не-не-не. Я не буду. О, Гвин остановился, блядь. Заебись, залетел, конечно. Чек. Ну, мне просто грустная песня заиграла, нужен, как я думал, опа, это Егор Крид, это... который там трилпил, да? Не, просто какая-то грустная песня, не знаю. Чё ты там нахуй? Интересно. Грустная песня, слышал, классный инсайдер. А, нихуя ты калируешь, плохие решения называется. Не, это хуёвая песня, не грустная, Ваня. Ничего, сейчас в конце января выйдет новая, охуеть все, блин. Ну я надеюсь. Я хочу слушать и кайфовать. Марк, у меня нихуя нет. Будешь слушать. Да, блядь, у Ромы просто, у Ромы сетдаун, ты играешь только на таких картах. Рома уже в курсе. Рома, супер хит, да, Ром? Ну, ГГ, Рома забирает. Я просто жду, ко мне дойдет. Не дошло. Да он давит, блядь, Марк, он наебывает. Дядь, у него сет, блядь. Алексей. Он наебывает, Марк. Тебе, да я с флешем скинул... Посмотри, посмотри. Там флеш. Да, блядь, да похуй. Нет, тут флеш, блядь. Алексей, хуярьте его, Алексей. Алексей, хуярьте его. У меня пара двоих. Фулл хаус? Да не-не. Ладно, ну, Алексей. Не надо было хуярить, Алексей. Да не, куда, Алексей, куда, Алексей? Заноси капусту. Да-да-да. Вау. Просто жесть. Вау. О, ребят, я в тилте. Жесть. Ничего не знаю, я в тилте. Какого? Болт. Заноси капусту, блин, в эти смайлики. Чек. Шара. Бет. Мы хоть раз прочекаем вообще полностью, нет? Не, ну, чеки есть. Чеки бывают, это уже хорошо. Так, у меня ничего не слетел. Блин, я мискликнул, два туза скинул. У меня пара тузов была просто игре, блядь, второй миссет нахуй приходит. Гвин, ты пиздобол. А чё тут, у него нихуя нет. Ну, я туз дошел. Чё у тебя было? Дима доволен. Гуин. Меня забанили за то, что пнул H2. Хорошо, я дальше ВК поставил. 25 центов. Не нарушал, 25 центов просто потянул. Ставил после крашей. Поддержка игнорит уже несколько дней. ВК, Влад Рунов.
Хорошо, отвечу. Не зря две дамы оставил, конечно, хотел скинуть. Бля, Вань, ты заебался, что ты хороший каждый раз. Не, вы видите вот эту 21 возле Вани на аватарке. Если он поднимет один раз, значит у него пиздец там нахуй, какая охуенная карта. Очко. О, опа, заруба. Ну давай, давай, Марк, посмотрим, что. Давайте Алексеев точно как будто турнир по чем-то играть. Он как будто летчик, блядь, летит куда-то. Чек. Чек. Двоечка вообще не в кассу куда-то пришла. Двоечка не в кассу. Так. Опа, 70. Все, да. Там пара тузов просто, я наиграю, блядь. Сюда, сюда. Не дошло, Оль, да? Семерочка пришла, наконец-то, я ее ждал. Я ее ждал. Ебать, ты пора. Дождались, блядь, Иван, блядь. Да? Иван достал ты семерочки, блядь. Да у меня было король 10. Одноцветный король 10, ребят, ничего интересного. Понимаете? Спасибо, Гремлин. Сейчас наконец-то два туза пришло, наконец-то. Да в какой раз уже два туза? Сюда. Ну вот везет мне что-то на два туза. Это нахуй Алын. Иван, у меня два короля, Иван. Два короля? Да. И пойду спать. Давайте заходить. По-серьезному? По-серьезному улетаем? Давай, блядь. Вань, пожечься? Тащу еще от тебя 25 центов, сука. У Ромы. Давай. Добавлю. Плюс 25 сюда. Марк такой сидит. Так, Алын или не Алын? Почему не пишет? Оно звучит реально как кам. Кам. Блядь. Красава, Ваня! Чек. Молодцы, ребят, чек. Разыграли жестко. Какой чек, ребят, давайте сейчас чисто дружески. Давайте по-братски, по-братски. Да! Петров! Сука, ебучая. Такого друга за жопу и... Такого друга, блядь! Согласен, чек. Невкусно пахнет, невкусно. Да. Сюда фишар ебаный, бля. Бля, я не понимаю. Что у тебя было? Покажи, что у тебя было. Пара восьмерок. А нахуя ты так, типа, жестко колешь, типа, с пара восьмерной, типа, побай, типа, 0.25, чтобы поставить больше... Так в смысле, так у меня хуйня, поэтому я, вообще. Типа... Его ривер спасется, нет. Как всегда. У меня, типа, хуйня, я просто хочу, типа, сделать вид, что у меня Крайми хуйня. Ривер, я в тилте. Крайми ривер. Расположите камеру рядом с секретом, давайте. Это будет чек. Очень, типа, хуёво как-то выглядит, мне кажется. Опа, Алын. Чек. Стол залупа. Чек. Ой, какой стол хороший. Чек. $5 ставлю. Опа, Алын. Чек. О, вот это охуевшая морда. Я вам не дам бесплатный чек. Просто нас грабит. Он грабит нас. Он нас грабит. Марк. О, Марк. Марка король. Марк, не надо. 6 бачей полетели. Так, фруктошка. Ебашит доллар. Марк, не надо. Одумайся. Не понимаю, Марк. Ну типа если бы у нее был король в руке, блядь, не пара сразу, она бы на прошлом не чековала, если бы у нее был король. Она не чековала, если бы у нее на прошлом был король. Я скину, но там пара троек или семерок, блядь, сидит довольно. Пара или семерок? Ну ладно, давай выясним. Пара троек там выясним. Давай, Вань, выясняй. Рейс. У нее нихуя нет. Мне нихуя не то облифует. Оля! Не надо! Хорошая. Я в тилте. Сука. Ебать, я не знаю, зачем вот эта анимация, типа, посмотреть карты вначале, если они все равно потом отображаются, блять. Ну это типа, по-моему, профессионалы так. Понял. Я в тилте, ничего не знаю. Я в тилте. Тилте. Да, это жестко. Ебать, все смайлики. Тут есть, кстати, тут есть смайлики хардплея. Вот, как понял. Вот, смотри. Я не знаю, это, наверное, Даниэль не знаю. Когда задонатил по Нине, блядь. Да убери смайлик, я карт не вижу. О, моих карт? Убери смайлик, я карт на твоем стриме не вижу. Так играет. Я только понял. Да вы что делаете? Чекнуть не можете, что ли? Чекнуть не можете, что ли, вы? Я бы чекнул, честно. Там пчелки им просто высасывают 25. Да вы чекнуть? Зачем вам эти 25? Просто чек. Просто чек. Все. Да. Не, Леша вообще не нас. Выгоняем злых духов.
Да ладно, я рофлю на вами, я уже с калашом сижу, а вы ведетесь вообще на самом деле. Чё меня за... Алексей, не ведитесь, Алексей, не ведитесь. Алексей, не ведитесь, он блефует, Алексей, блядь. Это, блядь, я могу себе позволить, у меня много денег. Она прошептала мне на уши. Саня, у тебя карты задержаны, у тебя в мониторе отражение с этим, блядь. О, фак. А ещё что было? Сюда! Два туза, как всегда, в смысле. А, футфол. Да не. Да не, блядь. Да у меня флеш был. У меня флеш был еще на флопе. Сори. Серьезно? Нет, конечно, там был флеш-дро сначала, а на терне был флеш. Почему инсайдер это рвет, я не знаю. Чек. Ваня рэпером стал, вообще поменял свое заметить. Я рэпер. Я рэпер. Ого. Ваня, это новый Моргенштерн. Новый Моргенштерн кому за 40, блять? Сука, бля, новый трек выйдет, блять, в топ-10 ВК-чарта влечу. Спорим, нахуй, блять, спорим, блять. Чё, накрутишь? Ты просто тоже говорил, что это охуенная штука. Накрутишь, блять, этот слушатель. Нет, да нет, там, кстати, в топ-10 вот видите, тут деньги дают за вот такие всякие темы прикольные. Сколько там? Таргетологам косарей 200 заплатишь, и ты точно в топ-10, мне кажется, залетаешь. Чек. Даже если там чек, говно чек, какой-нибудь у тебя чек, трек, я думаю, чек, что там ебейший охват сделают и все. Чек. Так, Рома, ты что, не веришь в мой трек? Верю, Вань. Спасибо. Ты же говорю, ты Моргенштерн. Плюс один, все, говорю, да. Ты же новый Моргенштерн. О, без армии мне не улыбнулся. Я иду с этой карты до конца, блядь. Потому что, блядь, я сейчас выиграю с этой карты. Как он этот трек, что, блядь, хуярил, рассказывал, когда сидели, когда мы, помнишь, сидели, по-моему, у Дина, и ты такой, а, вы все говно, блядь, музыка говно, блядь. Все говно, блядь, мой трек. Так я и про свой так же говорил. Это же ничего не меняет. Так кто говно в итоге? Рэп говно, в целом. Ну, почти весь рэп говно, но это факт. В смысле? А у тебя в каком стиле трек? Чек. Рэп? Чек. Говно же, я в этом шарю. Вот новый выйдет как, блядь. Досвидули, блядь. Досвидули, блядь, Амбука. Так, что там? А, ну да, ну да. В любом случае, никак бы. Сочненько, сочненько. Карманные девяточки. А этот бы не выиграл никак. Тузы. Я две дамы отдал. У Вани настроение поднялось после поднятия курса битка. Нет, я просто этот. Нихуя, Алексей, контента. Вы его убираете нахуй. А ну если я сделаю на фул экран. Так, холодильник проверили. Стоп, может нет. Нихуя нету, хочу зайти покушать, но не могу, блядь. Что это за... Ебать. А у меня, я пошутил, у меня не тузы, у меня валет 10 на самом деле. Поэтому я сделаю, пожалуй, чек. Ну, у меня валет 10, имейте в виду. Хорошо. Чек, просто чек. Бля, что это за... А мы вдвоем, что ли, Алексей? А, ой, мы сейчас вдвоем, сейчас кто-то сидит с парой, просто двоечек, бля. Ну я... ладно, 25 потяну, ладно. Может, еще чек? Ну чисто. Мне кажется, вообще фулл хаус будет, блядь, на столе. Ну, просто, может, давайте чек. Ну так, чисто. Вы тоже чисто текаете? Алексей, он у нас байтит, по-моему, он просто байтит. Он просто байтит сейчас. Алексей, вам не нужно, Алексей. Алексей, вам не нужно, поверьте мне. Алексей, ну тут придется, я думаю, на все вам идти тогда уж. В таком случае, Алексей. Ебать. Жесть. Фулхаус и каре. Да. Когда... Не, ну каре... Сильно, сильно, каре не кисло. А, кстати, Алексей, о, ты сейчас... О, докидывали, да. докинули денег Алексею. Да, видите, тут рулетка. Это кулер, это кулер. Мне за это даже что-то дали, за мой кулер. Нет, ему дали, а мне не дали почему-то. Да, конечно, у тебя каре так заработал. Так Ване дали, мне ничего не дали. Флопа, каре с флопа. Жестко, это сильно было, Нет, это жестко было. Хорош, Леша, хорош. Спасибо, возвращаемся потихоньку. Так, не, 9-2 не потяну. У меня 9-2, ребят, разноцветные вообще такие карты. Что с инсайдером? А что они за очки? Что с инсайдером? Биток 40 тысяч стоит. А непонятно, что это за очки дали. Что-то плюс сколько-то там накинуло. Вань, может, ладно, я сколько я не знаю, когда у меня. Когда у меня каре было, у меня просто тут рулетка вылезла на весь экран, начало что-то крутиться, типа. Контента не будет больше. Почему? А, 3-4 уже. Инсайдер, слишком много, Ваня, видите ли, Ваня этот биток по $10 закупал. Обосранный.
Ваня, Ваня еще с тех времен, когда этот биток на биток пиццу обменивали. Что это было? Нихуя! Блин, думал, ты так на уверенчик. Тебе ничего не было? Нет. Я такой, типа, ну, блядь, ну они же подумают, что у меня стрит есть. Ваня просто делает вид, что он радуется на фоне того, что биток упал на большие проценты. Смотрите, Ваня в точный. О, фул тильте. Больше ни одной эмоции, блядь. Мне кажется, он просто... Покер фейс до конца игры теперь. Мне кажется, он умер, меня... блядь. Call. Check. Bet. Даша обещала очки принести, так не принесла. Bet. Call. Блядь, я ебал этот ГГ-покерок, меня кикнуло с катки за рука, блядь. У меня такая рука охуенная была. Может, в камеру стоит? Так, плутаем потихонечку. Call. Погнали, нахуй. Два туза, Вань, у меня теперь настоящий. Алын? А, поздравляю. У меня тоже были. Правда, мне потом кулерок устроили небольшой. Гвин, а что только Ваня рассказал? А, так а вы не должны знать, Ваня. Волгал, все, он может знать. Я ему на ушко подошел, сказал, ты чё. Я ему еще на ушко сказал, подошел. Чек. Можно? Бля, интересно, РЛ покер с пизда, ну, типа, с дохуя камер получится застримить? 9 камер нужно, брат. По-моему, нельзя выстримить только из-за этого. Блять, ты ебана в рот, и нахуя мне с этими картами здесь сидеть, бля, я рот ебал, блять. Как он называется? Только с... Ну, ты понял, с казино, короче. Ну да, только Сочи, а Сочи не даст добро. Почему? Ну, типа, вряд ли, в смысле, чего бы... Турниры какие-нибудь, чё, по-моему, вас, лицензию на это покупают, а стримерам Алексей, чего будет давать? Либо семерок, либо десяток, скорее всего. Я думаю, они даст добро, дадут, если реклама хорошая будет для них. Пара пятерок, да. Ну, хотя можно. Блядь, не доехал, сука, не доезжает. Не можно знаю. Можно поехать в Эстонию и там поиграть. Падла, не доезжает. Блин, после каре Алексея мне дают отвратительные карты. Это что такое? Это что такое? До каре. Дайте мне гнёнка. Два туза. До карма, блядь. Карма. Чек, 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 чек. Давайте, Алексей, блядь. Хуярьте. Алексей, флеш забей. Флеш, флеш, у кого флеш, признавайтесь, флеш. Не у меня. Вот, сильный тоже неплохо, Алексей. Факту. Что-то старый ебёт, блядь. Сюда два туза, сюда два туза, сюда два туза. Давайте стол поменяем. Я буду врываться вообще в каждую игру. Вообще в каждую игру буду врываться. Бля, охуенно. Сейчас разделим, получается. У меня один. О, у нас пять тузов. Еее. Ура. Так, Марк такой, алын или не алын? Да не, просто карты уже раз с той хуйня идут, типа вообще не играют. Это реально хуйня. Чек. Саглы. Особенно когда такой стол. Чек. 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 Здесь. Ого. Ого. Хотел 25 долларов по 25 центов. Вот и крыса усатая нашлась тут. Марк, ты что делаешь? Хотел долларов поставить, ребята, извините. Не потянул. Он нас грабит. Он нас грабит. Чек. Чек. Ничего не знаю, у меня нац, все. У меня нац, ничего не знаю. Как хорошо я вышел. Что такое нац? Блин, такой нац, шоколадка такая. Шоколадка какая? Болт. Мне кажется, нет? Марк не надо. Заебал руинить под Марк не надо. Марк не надо. Марк, ну скинь просто по-братски. Что там у тебя пара, Марк? Че да? Такое нац, блядь? Марк, я не понимаю. Че такое нац? Пара дам, ну. Марк, я говорю, у него стрит. Я в тилте. Я в тилте. Я в тилте. Я в фул тилте еще. Да ладно, 2 доллара тут. Ну, в общем... 2 доллара. 4. 2. Так. Полетел. Марк, думает, рейзи, что рейзи. Там у тебя пара? О, Марк скинул вообще. У Марка ладно, 2 туза было, 2 туза было. У меня 2 туза, но я чекну. Так у Марка было 2 туза. Да, чек. У него было 2 туза. Так у меня 2 туза. У нас 5 тузов на руках, просто. Сколько, 6 получилось? 5 тузов. Чек. Какой чек. Классный стол все-таки, чек. Боже господи. Чек. И на раз 2 туза, то мы погнали. Чё, опа. Не я не вписываюсь за бакс. Опа, бакс пули. Too much. Too much for me. Call. Call.
Так, за руку. Да, бубёжка пришла кому-то. Кому? Алексею пришла, да, бубёжка? Да нет, мне изначально Алексея была. Бубёжка. Ой, блядь, ладно, поиграем, дети, нахуй я тут. Она изначально была. А, ну, пиздец. Кстати, ну как пиздец. Изначально? Пиздец. Нормально, нормально. Неплохо. Бля, извини, ну на все, наконец-то два туза. Видели бы вы мои карты, это пиздец. Что у тебя было? 2-10, блядь. 2-8 приходило. Это пиздец, вообще фул неиграбельная хуйня. Тортоска, чё как с балансом, блядь? Чё, говорю, у меня два туза, все, я начинаю играть, блядь. Это чисто мои карты. Поэтому чек. Да, ну, чек это просто я блефую. Два туза же, Ваня, аккуратнее. Два туза, да, я просто чек, типа. Ой, ой, нет. Давай ли тут только улынить, нахуй? Нет, я не поехал на 75. Чек, улын. Давай, Оль. О, давайте. Давай, последняя пришла. Оле. Что у тебя было, блядь? Тузик был, да? Два туза, я же сказала. Ну, покажи. Показала. Не, я говорю, не показал. Ебать, там, блядь, что за карты? Ебал я в рот. Еще в этом больше играть никогда в жизни, блядь. Пиздец, блядь. Просто, блядь. Это, блядь, это никуда. Так не должно, блядь, так не согласен. Должно быть в этой жизни, блядь. Что со мной? Я и бабушек через дорогу проводил, и котят с деревьев снимал, блядь. Ой, шо, давай не блядь? Пиздим, много котят снял. Два. А съел сколько? Два. А как сделать? Кол, Вань. Давайте вот так вот. Да идите нахуй. Ооо, ну давай. Давай, погнали. Кол. Да не заходите так много-то вас, и так уже хватит. Вы что-то да, ёбнули. Дайте поиграть. А, два туза мои, поехали. А, только не туз. Давай, давай еще, Вань. Алексей, блять, иди нахуй! Туз. А кто дал? Алексей? Алексей! Да. Эти два старика ёбнутые какие-то, блять. Алексей, у вас есть туз! Так больно, блять. Какого? Я чекаю, у меня нет туза. Чек. А вот троечка в конце пришла, это плохо. Чек. Алексей, вы блефуете? У вас есть туз? Да, я блефую, у меня есть туз, Иван. Алексей, вы загадочный человек. Не знаю, мне стоит еще... Ну, в смысле, ну, может, ладно, я у него нет. Ну, да. Я ссусь. Давайте, чек. Есть туз, я знал. Видите, я молодец. Не потерял денег, а мог бы. Хорошая игра, Алексей. Бля, такая хуйня, боже. Ну-ка, 2-8. Я втилл тебя. Кто торперст спорит? Бля, начинаю объебывать, мне не нравится вообще. Я еще начну каждую ставку ставить. Ой, у меня огонек потух, зырьте. Был full fire, теперь не это. Да все. Потух. А у Алексея, блядь, 80% врывов, блядь. Чек. Летает, да, чек. Во всю кухню. Просто представьте, какой шанс, что он фейкует почти каждую игру. Чек. Это значит, что он карты идет. Такой шанс, какой у него хорошие карты всегда, например. Да. Чек. Может, он всегда, ему все хорошо. Почему бы и нет? Ура, по старшей карте забираем. Учитывая, что он с каре был вообще. Изи доллар, блядь. Жаб спавим. Что это сверху там написано? Оверлей 274. Кто-то что-то выиграл. Call. Бэт, да Марк, ну чё ты? Все чекнули, он 25. Все чекнули, он 20. Да, я гони, да. Тут. Блин. Мандам, блики на мне. Давай чекнем. Давай, брат. Нормально. Все. Пулап, мой мандам. Покажите, что там. Да Марк, флэш зашел тебе, что ли? Выключи ручку, чат, может. Туз король. Туз вале, туз дама. А может у меня свет восьмерок, Иван? Не знаю, сейчас посмотрим, что это. Я пчела поднялась. Дошел флэш. А две пары хорошие, у тебя хорошая пара вторая. Хуя пчела поднялась. Че пишешь? Хуя пчела поднялась. Это разрывная залезть. Что-то меня порвало. Сочные карты какие-то. А еще похуже, стол можно нарисовать, пожалуйста, нам? 2, 6, 2, 3, стол из двоих-троих, пожалуйста. Все двойки-тройки у меня в руке, нахуй.
А, нормально. Я не знаю, где, блядь, озвучка-то не выключается, она нахуй. Так, что за заруба по 25 пошла опять? Да что ты, ладно, проверим. Пока-пока. Пока-пока. Давайте чекнем, а то я в тилте. Я в тилте. Давайте чекнем. Алексей не будет чекать. Да, я чекну, я не против. Я не против чекать. Давайте чекаем. Если давай, чекаем, давай, то чекаем до конца, Иван. Нет. Я против чекать. Я придумал 25. Тему. Давайте в следующий все заулыни. На этом закончится стрим. У меня восьмерка была, я просто вас разыгрывал. Я с восьмеркой сижу и вас... 8-9 у меня. У меня 8-9. У меня 8-9. Плоп-плоп. У меня 8-9. Я в тилте. Чё было, Ваня? Я отвернулся. Блядь, нет, я звук всё скучу. Флеш. Звук как-то не очень. Хорош. Попадаем. Кал. Ну сейчас у меня два туза наконец-то пришли. Наконец-то пришли. У меня тоже два туза. Прикинь, Ванечка, у нас двоих тузе, а у никого больше нет. Да, круто нам. Нам класс. Нам класс. Чек. Кал. Кал. Моя рука действительно кал. Моя рука действительно кал. Чек. Тотал кал. Чек. О, давайте просто прочекаемся. Чек. Давайте. Во, просто чекаем. Чек. Я выиграл. Вау. Плевать, там все с говном. Вот можете увидеть 80% с чем ходит Алексей, блядь, всегда. В смысле, я ходил, я чекал? Ну, давай, давай. Я не ходил ничего, я даже никуда ничего не повысил. 3-2. Просто прочекал. Сука, ру нахуй. Ой, блядь, смешно. Оля, это у тебя 5 с 20 уже осталось? Угу. Гвин, у тебя 4 тоже с 20? Угу. Чек. Я наигрался. Вон, тут я врываюсь. Какие карты, пиздец? Вам пизда, нахуй. Чек. Чек. All in. Bold. Тиханул. Я буду полетел. По доллару не хватать, блядь. Полетел, молодой. Полетел. Чё, выводим Гвина, блядь? Получается так. Вы чё делаете, ребята? Бля, дайте Гвину выигрыш. Блин, так хочется влететь, но чё-то очково, если честно. Гвин, это за all in. 4-3. А, это all in. Блин, ладно, не. Нет, 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 не рискну. Давай. Да, король есть. Смотри, я не хочу, я не хочу дополнительный старт. Смотри, сейчас туз, туз. Просто там этот, крестик нажмите или дождитесь, пока пройдет. Нет, туз. А вы видите мои карты уже, да? Да. Да. Туз, да. Туз 6, туз 6, туз 6, туз 6. Туз, туз. Ща, у меня тут проходит это, блядь. Туз. Бля, вы так хотели, чтобы Гвин из игры вышел, нахуя? Нет, ну просто... А, ну что? Так нет, туз 6, туз 6. Жестко. Туз 6. Нормально, еще 18% есть. Туз 6. Такое. Туз 6. Ну давай. Туз 6. Туз 6. Чисто кошачий хвост в камере. Туз 6. А, да? Сори. Туз 6. Сюда! ЗАСАТЬ! ЗАСАТЬ! Вышел нахуй, блядь! Объясняю тем, кто в чате сидит. Мы играли как-то с Ромой. У меня тогда сгорело очко к хуям вообще. Мы ночью играли вне стрима. Роме каждый ссаный ривер в конце доходит. И у него говно полное на руках. И ему доходит, и он ебет. Не, ну Вань, 20% был хороший шанс. Я считаю. А еще две тогда не было открыто. Тогда не было две открыто, кстати. Бля, это жестко, да. Опять ридер дошел, это пизда. Гвин, хочешь подтвердить свой аккаунт? Я типа этот закину. Бля, Гвин, я понимаю, что я бы тебе закинул, типа реально, Гвин, только подтверди аккаунт и скинь мне почту. Там подтвердить аккаунт, просто сообщение на этот, на почту надо, что ли? Где? На кассу нажимаешь, там перевод денег и подтвердить аккаунт. Я в тилте. Я тебе переведу. Я в тилте. Бет. Так, вот мои разносные карты. Блять, ну Алексей просто нахуй этот флеш каждый нахуй раунд. У меня есть перевод игрока, я не вижу, где подтвердить. Меня не запрашивают подтверждение. Ну, верификация аккаунта. Настройках. Сделай вывод средств, нажми, и там, скорее всего, будет ссылка на верификацию. Чек.
Потому что это же типичная покерная штука. Так я уже выводил. Чтобы занести бабок, верификация мне нужна, чтобы у них вывести свои деньги. Конечно же, нужна. Чек. Так вот. Вот так вот живем. Вот этот. Чек. Такой мире, конечно, ребята. Да. Попробуй мне сейчас закинуть, я не знаю. Меня раскини свой, ребят. За стол. Это такой тильт. Типа, что за стол, блядь? Чат, я просто этот немножко... Я тебя в ДС скинул. Так, короче, конкурс. Кто скажет, сколько стоят очки, даю 1000 рублей. 15 рублей? Точно сумма, Вань? Так. Какие, Вань, какие? Ну так, приблизительно, это, ладно. Это Ray-Ban, 300 рублей. Нет, у тебя адрес не верифицирован, Гвин. 10 тысяч? Попробуй как-то там. 300 да рублей, ладно, Вань. Я не знаю, это Ягермейстер нам принесли. Ты долбоёб, Ягермейстер, это напиток. Они бесплатные, это я знаю. Чувак просто там работает и подогнал, они ничего не стоят. Как ты, Ром, куда ты нажал верифицировать? Я не понимаю, блядь, где. Тут нет верификации, нигде не просят верификацию. Чек на третий чабро. Я не знаю, блядь, я не знаю, там где-то надо подтвердить адрес. Я нажимал этот перевод денег, касса и перевод денег на сайте. Да. Ладно, ладно, тогда, а вот эти сколько стоят? Какие? Вот эти? 15. Ну, 7 тысяч рублей. 7 тысяч рублей. Так, кто еще будет отказывать? Никто не будет? Ну, или 10. Нашел, Гвин? Ладно. Ладно, скажу по секрету, 50. Нихуя. Рублей? Ну это с линзами, это с линзами. Без линз 34. То есть одна правда. Это линза 8. Касса, смотри, нажимаешь касса именно в приложении. И перевод денег на сайте там должно быть. Understand me? Так, два туза пришли, ребят, играю на все. Давай, давай. Давай. Мне тоже пара пришла сразу. Сколько денег стоят очки? 50. 50. 50. Да хватит! Алло, Ваня, биткоин еще вырос. Звонок, Иван. Да я вроде биткоины звонят, блядь. Подтвердил? Вроде да. Тут-тут-тут-тут-тут. Нет, не подтвердил. Тут-тут-тут-тут-тут. Не знаю, мне нечего. Попробуй тогда этот, смотри, там где перевод денег, ты попробуй типа вписать что-то там, там должно быть что-то писать. Типа вписать, знаешь, чью-то почту и якобы... А у меня, пожалуйста, аж ноль денег сейчас. Ну просто пиши, там тебе должно выскочить окно сразу. Чек. Ой, какие классные у нас. Ой, какие классные. Пиздец. Так, стол максимально говно. Check. Мои карты еще хуже. Таглы. Чек. Ну, удивительно, если я выиграю с этой парашей, конечно. Ну, две парки. Ну, да, но там есть и король, и 8, и туз. Да. Гвин, есть что-то? Гвин, у тебя есть 10 минут, чтобы разобраться. Call. Я знаю. Надо 10 minutes. А потом там какой-то чел залетит просто, потяну. Да? Смотри, Гвин, там, где перевод денег, сделай, типа, ну, попробуй, типа, перевести деньги кому-то. Хорошо, хорошо, а у меня хорошо, ноль денег, хорошо, 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 хорошо. Ну, да, да, ты просто... Сумма превысила вашу доступную сумму, я не знаю. А, блядь. А в настройках где-то на сайте попробуй посмотреть, где подтвердить эту карту. Опа! Я говорю, у меня два, как обычно. Такой... Нет, такой флоп... Нет, ноу. Ноу! Ноу! No. All in. Ну там точно или туз, или кей есть. А может кто-то другой. Я говорю, у меня два туза. Либо туз, в смысле, либо я же напрямую сказал. Либо туз, либо король. Нихуя у меня нету. Мне может прийти только на ривере. Ульта, показывай. Нет, ничего. Хорошо, мне не пришло на ривере. Оля, что не показывай карту. О, все, подтвердил, попробуй. А, мы договорились показывать? Ну да. Да, да, у меня король. А, я не слышал, король, я могу вообще все всегда показывать. Сын королей, нормально. Все, теперь всегда показывай, даже что скидываю, честно. По-честному. Так, пробуй. Перевод подтвердить, все, Гвин, я походу перевел. Заебись. Ну все, пока мы подключим. Давай. Ходить надо. Блядь, сука. А, ну ладно. А, в принципе, и не сука. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Да, пришло досадочка. Урываюсь нахуй, блять. Давайте, блин. Сейчас заберу обратно. Не, не надо. Блин, у меня опять огонь потух, ребята. В сердце? Да везде. Чек. Не понимаю, почему.
А, check. Понимаю, походу, потому что я да, Лоха их сейчас скидываю, видимо. Ребят, как и в мафии, так же разбил. Базар нет. Согласен. Как и в Аманкасе. А мне еще не раздали, блядь. А, ты, у тебя галочка стоит, наверное, на ждании блайндер. Нет, да нет, конечно. Ну тогда я тебя просто скипну. Сука, бля, ебать, блядь. Ты напомнил про мафию, пиздец. А что там было? Там медиаразъёб был, это лохи. Да, там вообще пиздец был. Там чек. Его свой же чат просто душил, как не знаю. О, вам пизда, нахуй. Чек. У меня тут червей. Чек. Реально? Да. Royal Flash. У Алексея Royal Flash, поэтому он ставит 25. А чё, Лёша, у тебя флэш был? Да у него, говорю, у него каждый раунд флэш, блядь. Причем с одной карты. Все, если бы у меня не, тоже не, был даже... флеш, но. Что за 10 центров тут лежат, нахуй, если бы у тебя выше карта была, флэш, я скинул. Да. У меня настолько мусорная рука, что я даже 15 центов за нее не заплачу. Понял. Пошла на срак. Жестко. Ну, чек. Ну, бля. Ну, бля. Чек. Чек. Ну, бля. Чек. Чек. Ну, бля. Чек. 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 Микрофон чек, майка, микрофон чек. Ну, бля. Забрать с вас копейки в эти все ебаные. Пять. Мой доллар плюс один. Бля, тебе опять нахуй дошло на ривере Макривский, блядь. Да, Марк, не дошло. А что тебе пришло? 100 баллов. Человек ривер. Алексей, мне там пиздец пришло. Хотите проверить? Да, ну, стрит дошел, понятно, тут уже все понятно. Бля, проверьте ведь реально. Все проверят. А, нихуя. Блять, ну Алексей просто уебал. Hello, everyone. Hello, everyone. А что там? У меня был сет. А у него... Стрит. Красава, блядь. Я ему занатил, он нахуй меня раздевает, блядь. Камера 3, 5. Камера 3, мы с Гином будем перекидываться деньгами. Так. Чек. Как? Ага. Туз у тебя, да? Что, Вань, два туза есть, Вань? Столе, есть. Однозначно. Давай, Вань. Поэтому я чекну просто. Ну, у меня есть, но я чекну. Отчет, Вань. А что чекнешь, Вань? А, я вот... А что так мало? Бля, каждый раз кому-то джекпот вылетает, нахуй. Ага. Давай, Вань. Да какой доллар? Какой... У тебя ж тузы есть. Only one dollar. Доллар. Спорим, у Алексея уже, блядь, нахуй, флэш. Так у него, наверное, был флешдро, че он? Видит две черненькие, у него две черненькие на руках. Все правильно делает, рейзит. Все, сейчас у него. Все, у него уже срослось. Алексей, покажи. Ну, кстати, тоже неплохо. Неплохо. Самое интересное, что я выиграл, Алексей. Мне кажется, у Гвина тоже. У меня туз был, но я зассал там. Что-то мне стол вообще не понравился. Что за сайт, я не буду его пиарить, пока они не купят у меня рекламу. Тут прямо на столе написано, что за сайт, в смысле. Что за сайт? Но пиарить не буду, блядь. А что, картами закрыт сайт нельзя? О, блядь, да, сайта нет, блядь. Я буду туда рекламу свою ставить, нахуй, на стол. Ты карту будешь закрывать, да? Да, карта не будет видно. Пять. Ибо, чё, покер реально не берут рекламу на Твиче, мне кажется, это прикольно было. Да нет, берут, они берут. Просто не все соглашаются, типа, такой АФК-контент. Не все заходят. Ну, раз в недельку можно, думаю, поиграть, там, выходной день на чилле. Да, собрался сейчас там. Они на Ютубе берут, кстати. Raise. Check. Raise. Ну чё, флэш дошёл, да, Ром? Да. Да? Ром. Ну, все нормально тогда. Ром, какой у тебя онлайн на покере сейчас? Скидываем, пошло. 8-4. Не, он нормально. Без дабола, чё. Ну, две пары. С чем чел хуярит, блядь, я в шоке. Я знал, что ты так гнишь. Да, блядь, ну я ебану в рот, блядь. Ахаха, я смеюсь тебе в лицо, ахаха. Ахаха. Не знаю, я в силте после такого, я в силте, ребята. Да ну, блядь, это пиздец. Переезд одна год. Переезд одна год. Алексей, а куда вы? А вы куда? Я поехал. Куда переезжаем, Алексей, блядь? Я поехал. Чек. У Алексея уже, блядь, нахуй этот. Флэш. Похоже, там две, блядь. Чек.
Flash Drop. Ребята, что все активно так начали в Rust играть, особенно... Потому что Drops. Ну что, SPC начал играть? Дропсы. У Шрауда там какая-то именная вещь. Drops. Да. А какую надо игру... Интересно, сколько ему забашляли за это вообще? То есть Steam надо привязать, да? Они всем дают дропсы, брат, не всем дропсы дают. Не-не, чтоб не дали за просмотр. А, просто смотришь трансляцию. А, не, если же минуешь раунд, что там надо сделать? Опа! Опа, что пришло? Raise. Два туза. Raise. Raise. Домофончик открыть, молодой человек. Так, я пробую. Префлоп. Рейс от Ромы. У него, судя по всему, две дамы на руках. Или два короля. Или два короля, не исключено. Вот две дамы. И он довольный, у него уже сет дам. Опа. Ваня просто, его... Ваня просто стрим Рома открыт, он такой типа, ебать, аналитик на открыт. Я не смотрю. Я не смотрю, ребята. Честно. Я, короче, думал, что... Ох ты ж. Я думал, что они сольются, Сейчас еще накинут, блядь. А че, если у него король дам, он... Чек, ну заманивают вас в свои сети. Не, ну если без рофлов у него две дамы. А, все понял. Чел тупо блефует, нахуй. Аккуратнее, Марчелло. Камера 3.5, камера 3.5. Алексей, неужели у вас дама? Я охуею от жизни. Не-не, у меня дамы нет, брат. У него туз 10, блядь, Алексей. Дама 10 крести. А, ну или так можно. Фулл хаусик приехал. Блядь. Алексей сегодня плохо заходит. Львовский блеф, блядь. Бля, просто фулл хаус, охуеть. У меня две дамы было, я просто вам это дал. Марк. Я в тильте. Ты помнишь, что у меня вообще кулерок пришел? Я с двумя тутузиками сидел. Кулерок ненароком. А Алексей просто говорит, а у меня тут, здравствуйте, каре. И я такой, каре. Чтобы вы понимали, я вообще думал, что я только с Ромой в игре остался. Я Лёшу даже не видел, блядь. Бля, спасибо, Марк. И Лёша стрим тоже не видел. Бля. Тускрал. Фулл хил. Сука, у меня... Опа. Ты что, оленич? Да, не, да, да, однозначно. Долей свои 4.50. А, я уже проебала их. А, уже не 4.50. Так. Ух ты. Да что с картами? Эй. Не знаю, какая-то залупа, если честно. Ой, блядь. Алексей говорит, какая-то залупа, блядь. Не, сейчас Алексей. Это время у Алексея 79, блядь, участие вот это. Чек. Пускай фруктоска жопой к камере встанет, что... Что? Чай. Ну там чел чай написал. Чай. Понял. Подождите, я разлогиню сейчас. Чай. Блин. Вань, заходи на аккаунт Фруктовский реально. У меня было вот так. Чем я выиграл, блядь, вообще? Я нихуя не понял. Нормально, Марк, нормально. Че, блядь? Я голодный, еще и пробовал в покер. У меня двойной тилт, блядь. Смотрим, фруктовский есть. А покушайте что-нибудь. Гвин, главное вовремя заулыть. Сэндвичи какие-то. Да тебе повезло, просто приехал туз ебучий, блядь. Ты как тот Симпл, нахуй, с третьей восьмеркой ебучий, блядь, когда у меня пара тузов, блядь. Реально. Просто, блядь. Так, у меня там хороший шанс был, еще две карты не лежали, у меня там... Симпла на стол. Да, блядь. Шансы твои, блядь. Давай, фишара, нахуй, откисай. Ой, сука. Черви. Ром, у тебя кусок спермы на воротнике висит. Туда его гаси, блядь! Не, у него пятно на футболке, блядь. Чё мы дедули чекаем, блядь? Ну, стрелил не туда, блядь. Да нет, тут ничего нет. Пойми. Нет ничего, просто. Я ж на блайне сижу, у меня какашка. Ром, вытри, пожалуйста. Что мне делать? Ну, блядь. Где, тут? Да. Это пыль ебаная. Это в памяти. О, два туза играем, нахуй. Захожу, у меня тоже. Два туза, два туза. Я с детьми играю, своими. У меня джокер. Два туза, два туза, два туза. Вам не жарко, Иван? Кам. Нет. Дело в том, что, Алексей, у нас знаете, сколько сейчас? На. Выкинул туз.
Я вам скажу, Алексей. Ну-ка. У нас всего... А, ну нет, пока нормально. Вадя, мне карты... А мне мои старые карты просто дали или что, блядь? Но у нас тут пришло... Подожди, в смысле, в Питере? Зимнее... Типичное... Нет, я в Печоре. Печора. А, Печора. Это Север. Северный. Север, да. Но у нас МЧС сообщает, что с 11 по 16 января у нас вполне будет минус 37, минус 43. Вы ждите, ждите. Минус 47? Минус 37, минус 43. Минус 37. Ну, это нормально, в принципе, для января, февраля. Я был Печора. О, ебать, стрим инсайде же пост выходил. Стримеры играют в покер на стриме. Реально? Да. Я готов читать комментарии, где нас хуесосят. Алохи нет, хреновый покер. Нифига в углу интеграция Гвина. О, стримеры играют в Бихерстон. Там все комментарии одни про лоху будут. Я еще в школе, какой покер? Ого, фруктоска не проспала. Пиздец, а где контейнеры? Актуалочка. Это хорошо было. Картина, найди лишнего. А кто лишний, кстати? А, ну, наверное, Гвин, типа, потому что он не в складе. Закон запрещает азартную... Да, Россия. В смысле, как не в складе? Он же шеф у нас. Реально? Да. Ну, там, неизвестный 192. Так же покерок в России. 192, когда ушел. И все, Гвин же стал шефом. Понял. Да, да, так, так, так и произошло, Вань. Сразу сходу, блядь. Контракт, блядь, договор, блядь. Пятюню в чат, ребята, пятюню в чат. All in. All in. Звучит опасно. Не, не, но на деле 2.58. Пизда. Оу. Если сейчас 5 доедет, я в тильте, нахуй, я в тильте, блядь. Чего у тебя было? Они пилят. Блин. Они пилят. Все окей. Они пилят. Тильт, они нахуй. Пилят. Я в тилте. Такой рофл. Блять. Я в тилте. Я мог как еблан просто пойти как против Гвина, и вы бы точно с меня загорели все нахуй. Снова ривер бы. Оу. У меня один туз. Чат, у меня это преследует. Иван, преследует. Доставайте туз. Чек. Вань, тебе тоже два туза? Конечно. Спрашиваешь. Один на столе. Блин. Блин. Ну. Давайте не будем, ребят. Просто чекнем. Пожалуйста. Согласен с тобой, Вань. Давайте чекнем просто. Да нет, Пчелкину это скажите, который еще даст доллар. Да Алексей сейчас опять будет. Алексей. Алексей. Алексей на пиздоболочек. Какие два доллара, Алексей? У Алексея 8, наверное, там. Наверное, там 8. Не, 8 нет. 8. Нет 8. Алексей, жопу ставите, что 8 нет? Ставлю. Ваня, ты ставишь жопу, что 8 нет? Да я, нет, я, пожалуй, скипну. Я пас. Не уверен в силе своей руки, так сказать. Ну, Алексей, ну вы такой уебок, ну честно. И не зря. А, о, нас делят, нас поделили, заебок. Попил. А там же больше карты, чем вторая была. Или на тебя диктовал. Ну, в смысле, это не, про... не мое желание сейчас, я имею в виду в той раздаче. Гвин, чё молчишь? Да я что-то, блядь, сижу и пытаюсь сконцентрироваться вообще. В этом? В тилте? Там на столе самая большая, понял. В тилте. Почему поделились? Блядь! У кого флеш с флопа? Всем ушел. У меня. Блядь! У кого флеш с флопа? Могу профануть за улыню сейчас. Жопу ставите, Роман? Ром, не надо, бога ради. Короче, у меня этот... Такой тильт из-за того, что у меня туз червей приходил каждый раз. Угу. И сейчас он не пришел, и тут такая карта, блядь. Прикольно. Какой фолд? Так Е50! Бля, чат, может потому, что у меня восьмерка ебучая, и я даже не пойду играть, даже если у челов этот... У челов 100% выше восьмерки, блядь. Очень прикольно. Это очевидно. Типа я бы не пошел с ними в любом случае играть. 3-4. Ну ладно, не было, но флеш. Ну, с флопа флеш. Я просто гений, я зачитал все. Заносить. Если тут будет 4 красных, я с восьмеркой не пойду на флеш топить. Не могу заносить, я. Алексей, вы бы дали 5 долларов, если я 5 дал бы сейчас? Не знаю, может быть. Я просто боялся больше двух давать, вы, мне кажется. Ауф, джекпот. Ауф. Олечка, что делаешь? Дрочит. Прям сейчас? Нет. Я сам повернулся, посмотри, я сам в свои слова поверил. Оля, у меня онлайн маленький на стриме, можешь раздеться, пожалуйста? Оу.
Bet. Bet. Блять, Фуртоска, нажми кнопку какую-то ебучую или нажми галочку, что вне игры до следующей раздачи, блять. Вне игры. Тише, почему? Я что он сказал вне игры? Я рядом. Приятно. Фолдивский. Спасибо. О, играем на раздевание. Слышь, давайте с этого момента на раздевание играть. Кто вылетит, тот раздевается. Так, а я сел, я уже голый, блядь. Так ты уже вылетал. А что ты кушаешь? Я не вылетал. Вот Гин раздевается, и ты скоро будешь. Так я уже разделся. Приятного аппетита. Спасибо. Смотри. Ай, блядь, промахнулся. Уже флеш, уже 100%. Не флеш, там флеш. Гивай, реально в трусах есть кент. Так ты думал, блядь. А подожди, а что делать-то, блядь, я приебал? Играй. Не, Оля говорила, что она жесткая покер, как видите, она... Что, ну, блядь, не идет, не идет игра, что я хотя бы не тильтую с этого. А кто тильтует? Я тильтую, я в тильте. Не, ну, может кто-то тильтовать, я не знаю. Марк. А, что, от Марка 10 минут уже не слово, блядь. А, да, музыку просто заслушалась, и я на концентратах играю. У меня тоже музыка, но у меня грустная музыка идет сейчас. Я прям пиздец, да. Я анализирую всю игру, блядь. Я смотрю наши старые Чек. Мультики в темноте. Это из... Из этого? Холодное сердце, да, так полагаю? Чек. Это просто Чек. Лера. Чек. Просто Лера? Просто Лера. Просто здравствуй. Так, Марк, ну какие 25? Ну, Марк, ну... Ну, Иван. Ну нет, у меня карт нормальных на руках. Даже пары шестерок нету. Да, к сожалению, нету. Чек, чек. Ну тогда я заберу, пожалуйста. Сижу с говном. Забирайте. О, 7-7. Блядь, я... А, нет. 7-7. Бля, это вообще, это очень такие стрёмные игры, когда ни у кого даже пары нету на столе, это пиздец. Стрёмно, тебе страшно прям пиздец? Ну да, я боялся въебать, там пара, любая пара меня ебала. Hold. Ой, отрыжка чья-то была. Check. 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 Так. У вас тоже вообще нихуя нету, ребят. Mm-hmm. Да, Марк. Ну вот сейчас, все чекают, сейчас видимо. Чек. Давай. Сидят с королями тоже, кто-то. Я тоже, да, с тобой чек. Поддерживаю, Ром. О! Олэн. Олэн. Чек. Алексей, пиздите? Нет. Давайте вы первые улыньте, я после вас. Чек. Ну, что там, у кого-то туз просто. Да нет, там в конце пришла, да, господи. Вообще ничего нету. О-о-о! Восьмерка в конце пришла, и все. Изи бабки. Пиздец, не доходит, не доходит, вообще не доходит. Такой рукой, нахуй. Old. Марк с чем зашел, с тем и выйдет, походу. Не, слушай, я 28 подымал и въебал их Алексею, что-то не поверил, блядь. Что у него в руке, хорошо, все. Сейчас бы все хорошо тоже было. Тоже классный стол. Отлично. О, я бы... Крести, вот то, что нужно. Я бы на паре двоек вывез, кстати. А чё, только одну карту показал? Вторая. Он чисто профессионал, вторую не показывает. Да, да, да. Я просто хотел затестить, оно реально одну карту выкинет? Опасный соперник, он такой, о, не покажу. Чтоб не знали, чем я так иду. Алло, он поставит заебал чел, блядь, не может поставить 3 каза и игру, покупает кота с 200к, понимаю. Что, блядь? Так у нас тут просто, ну, типа, Олечка уже на грани вымирания, типа, понимаете? Ну, сейчас Олэн будет, походу. А, не. Ждет следующую руку, значит. Ну, давайте чек тогда. Бля, ребят, что нужно сделать, чтобы раст получить? Чек. В смысле? Купить его. Нет, там же дропсы, дропсы. Ну, там смотря у какого стримера, зайди, посмотри. Просто смотришь, трансуй, все. Если там внизу написано дропсы, падают. Если внизу написано дропсы, падают. Не, а что при экзекции еще надо? А он у тебя уже, наверное, все привязано, Steam, скорее всего. Steam, не, я Алан не пойду пока что. Да. Не, мне Steam не привязано, я приезжал. Только там на стриме должно быть написано, слышу, что дроп. Что не придешь играть, Rust? Что не придешь играть? Салам моим шлюхам на сцене. Опа! Сюда. Кал. Чек. Кал. О, это моя игра. Чек. Реально? Вот чек. Поэтому пока что чек. Чек, чек, чек. О, это точно моя игра. Чек. Чек.
Бля, вам не кажется, что уже четвертую раздачу ничего вообще нет? Это точно моя игра. Ничего. Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит, таким же, как я. И Гвинглейд, смотрите. Гвинглейд, давайте. Вымерял там этим ползунком, я видел в глазах. Водил там. Там был 1.08. Да, дайте Гвину доллар, отъебаный. Отдайте доллар, ура! Блядь, мне вообще нихуя не долетает. Сюда, блядь! Сука, мне нихуя, мне ни до стрита, ни до флеша, просто никогда нахуй. Да, никогда. Да, никогда, никогда, никогда не долетает, блядь. Никогда мама не долетает. Давай, алын, алын. Кто скрывается уже, у меня еще один доллар. Блять, вот пытаюсь нахуй перебаню. Я вот пытаюсь поставить, блядь, столько долларов, чтобы... Сейчас модно, сейчас. Нахуй, понимаешь? Ну ему, блядь, Ваня сейчас, блядь, стрим-снайпер Ромин сидит, звонит такой, да, у Ромы там такая-то, такая-то карта, блядь. Интересно, кто вообще в Печоре может звонить на телефон, блядь? В Печоре, блядь, почтовый голубей отправляет там, блядь. Гвин, ты пиздал. О, блядь, фруктоски! Все, вот я этого и хотел, я этого и хотел, блядь. Да, забыл, как сам его проебал. Забыл, какое это чувство, блядь, и какой сидел грустный. Ну... А, ебать, Печора, маленький город. Реально Ваня там живет? Все, Валь, пизда. Да, там Ваня только такой большой, живет. А Печора такая маленькая. Только Ваня живет. У них даже есть гостиница. Валь, тебе надо было с этим хуярить изначально. Обычно, знаешь, в таких городах так и называются. Итак, ребята. Гостиница Печора. Внимание, разденется ли сегодня фруктоска? Девятка, рэп слушаешь? Девятка последняя, да. Я не знаю, там какие-то, блядь... Ты рэп слушаешь? Ну, так, иногда, да. Многознал, знаешь, чувак? Да, он с Печора. Да. Трек называется «Гостиница Космос». Оль, девятка, тебе нужна только девятка. Спасает только девятка, Оль. Ну и проходит 5% в сутки. Все, пизда. Гостиница. Да. Оля наиграла. Не, ну у нас вообще тут конские цены, конечно. На Ваня, продукты. У вас в городе все друг друга только знают. Только не левай с комнаты, если ты не будешь больше. Не-не-не, на самом деле. Ну что, 30 тысяч народу — это много. Но ты зачастую встречаешь одних и тех же людей? Оля, если ты подтвердишь, я тебе тоже могу закинуть. Я людей не встречаю, я туда не выхожу. Почему? Настолько если ты подтвердишь аккаунт, я тоже тебе могу закинуть. Да что там делать? Ну вообще там нехуй делать, ну откровенно говоря. Белочек покормить можно, конечно. А что у нас там начинается? А что у нас начинается? То есть вообще развлечение ноль, да? А фруктовский нужно, видимо, что-то. Один сажать. Кинотеатр и то так себе. А что? Ну есть каток. Не поняла, блядь. РХЗ. Что есть еще? Что у нас такое? Ну я понял. Типа... Снег есть, кстати. У нас есть снег. Можно в снежки поиграть. А что не начинается у нас игра? Я не знаю. Реально, что-то музыка. Зависло. Карту школы мне игры. Может быть. Я, типа, жак. Мне кажется, нас крупье меняют. Ты крестик нажала? Да. Там дилеры, это просто, ну, если она выйдет, там другого типа кинет. Я в тилте. Ну, тогда Гвин, типа, был, нам ничего не... Ну, то есть он так же висел. Ага. Жители Печоры считают, что к ним вместо Филиппа Киркорова приехал двойник. К вам Киркоров приехал. Такое может быть. А перерыв? А где? В смысле перерыв? На что? На обед? Наблюдатель, я боюсь сюда нажимать, конечно. Не-не, там нормально все. Ну, у нас жители Печоры, кстати, наверное, тоже считают, что у нас государство. А, перерыв каждые 5 минут последнего Яна, а? Что? Кто такой Ян? А, типа 5 минут перерыв вообще по игре, да? А, точно, 55 каждый перерыв. Понял. Пойду посмотрю, что там с Дашей. Мы же поиграем еще минут 15 где-то? Да. А где список зрителей? Один. Список наблюдателей. Просто здравствуй. Жан Дамко. Жанна Дамко. Жанночка, это привет. Это поела вкусно, пиздец. Балдеж. А что фруктовка вне игры? Ты не хочешь деньги пополнить? Он раздеться хочет. Ебать, тут даже видео есть, как Киркоров приехал в Печору. А это фейк Киркоров по итогу оказался. Знаете, что стоит посмотреть про Печору на Ютубе? Пишите. Шедевры печорской рекламы. А там этот, там этот. Ушел Рома, блядь, у нас карты пошли. Давайте тогда этот, тяните до последнего. Киркоров с поезда выходит, блядь, его встречают. С хлебом, с солью. Да, так и стоят. А мне кажется, сейчас, когда Киркоров приедет, его на виллы посадит, потому что думает, это фейк, блядь. Камнями забросает, там, не знаю. А чего все так обрезают? Типа, в Печору вообще никто не может приехать? Я когда на карте видел Печору, я подумал, что это пранк какой-то. Ваня, к вам артистки-то приезжают? Типа, там, концерты?
русскими? Я не помню. Ну вот Киркоров был, это я помню. А так. А зачем он приезжал? Ну за бабки, выступать. Естественно, что. Деньги заплатили, он приехал. Просто приехал, бля, хочу Печору, блядь, этот в этих дом культуры железнодорожный, блядь. Я твой зайчик. Ручка моя. О, пошла игра. Блядь, Оль, тебя сейчас выкинет. Так Рому ту выкинула тоже, блядь. Почему? Ты вне игры написан. Давай, Гучи-Мучи. О, нет, с таким не играю, сори, Алексей. Так я буду вне игры. Тяните, тяните время, тяните время. Давайте, Айван. Да, мы вдвоем остались, что тянуть тоже. Хорошо. Так, чтобы Рома пришел. Какой стол? Будем думать. Что-то пятиминутный перерыв, это не пятиминутный. У меня, значит, две десятки. Я вернулся, сука. Нажми, что ты выиграешь, тебя кикнет сейчас. Поэтому я чекну просто. Я вернулся. Ой, ну у меня также шестерка. 7, 8, 9. Стул ОЛН. Дивизор, спасибо огромное. Давайте проверим, будет девятка или нет. Кстати, трейд просили чекнуть. Нет. Залупа. Ну не знаю, я просто боюсь. Да не, ничего нет, 5-7. Боюсь. А у вас две пары, нормально. Ну, есть немножко. Подождите, что? Вы победили. А там стрит был, по-моему, у Алексея. Да? А что последнее пришло? Пятерка, по-моему. Возьми наклеек накидали в том трейде. Конечно, не какой-то. Так, что-то эта карта мне вообще не нравится. Что-то немножко спрое. Ну, вы выиграли в любом случае, Алексей. Ну, ладно. Поздравляю. Ой, блядь. Я в тилте. Тилт. Я в тилте. В килте. В килте. Kill. Check. Check. Ой. Check. Check. Back. Ой, батюшки. Туз корол. Ты уябище? Да? Да. Fold. Мы все узнали. Да иди там, Рот. Хорошо, я вышел. А, ты не доедешь. 75 центов золота доволен? Сюда, нахуй. Копейка рубль биржа, слышал такое, да? Скоро тебе 75 центов будет 750 рублей, бля, помяни мое слово. Помяни мое слово, потом. Пошли сюда. Нормально. Алексей, у вас опять каре? Каре десяточек пришло. Пошел нахуй. Да за что? Давайте поиграем. Я не вам, Алексей. Да давайте поиграем. Блин, ёмты, мы уже терять нечего, блин. Они на реальные деньги играют, мы на нереальные деньги играем. Опять 25. Блин, ну ребята, мне Royal Flash вот прям чуть-чуть не дошло, понимаете? Реально? Вот чуть-чуть, да. Ваня, ты когда-то ловил Royal Flash? Посмотрим. Бах. Нет. Я ловил. Пососал, Алексей! А я второй раз как играл, только поймал. Только каре было. У меня каре было, и этот Royal Flash. Ебать, у меня стрит флэш каре в самом большом. Да, чат, реально, я в телегу заливал, кстати, видос. Я говорю, ебать, где на эмоции, блядь. Какие, ну 75 центов поднял снова, блядь. Че, блядь, думаешь, что, блядь? О, бабульки, сюда. Хорошие карты играем. Какие карты классные, ёпта масло. Ёпта масло. Ёпта масло. Всем привет, с вами Ёпта масленников. И сегодня мы будем искать привидение на этом покерном столе. Ёпта масленников. В тотально ёпта формате, блядь. Ёпта масло. Давай, блин, отдавай мне мои бабки. На. Блин, у тебя ничего нет. Ай, блядь, я промазал, блядь. Ёбана в рот, сука. Блядь, фишара ёбаная. Блядь, фолт нажал, блядь. Ай ты, блядь. Еще одну и по дамам. Сука, блядь. Задержка на стриме карт была, да? Ты увидел, такой, бля, я промок. Здесь кто-нибудь есть? Я Дима Масленников, 2 миллиона подписчиков. Вань, чё? Бля, Рома, ты такой смешной, я прям не могу, нахуй. Марк, давай волынскую хуйнём в следующую карту закрытым. Да не, у меня два туз, два короля. Я готов, Ром. Да ты на все готов, нахуй, не со своими деньгами, конечно же, блядь. Чек. У меня стабильно двадцаточка, мне прям заеб... А чё, фруктовка вне игры, она не будет? Я не знаю, я сказал, что она, типа, может... Не, я говорю, что я не буду. Чек. Чем? Ну давайте, что это? Давайте. Чек. Чек. Да, Даша, после что, фруктоску потише, блядь, я не играю. Хули вам надо, я не понимаю. Даша зашла, сказал, Рома, тащи, уже шла.
Давай поддержка, у вас есть поддержка? Просто не, у меня вот есть поддержка в виде Марк, вот где твоя Аня, которая кричит? Марк, тащи. Фруктоска, где твой десаут, который кричит? Фруктоска, тащи. Так, сюда, 32 500 пробили. У меня два туза, если что, без пиздежа. Хотите за улыбку? Блин, зачем 15 центов тогда дал, раз сюда? Хотите за улыбку? Я тогда... Давай. Да, давай. Чек. Ну да. Бет. Ну и что там у тебя, десятка? Кол. Кол. У Алексея флеш, забейте хуй. Если с другом вышел в путь, если с другом вышел в путь, веселей дорога. Бля, сейчас хороший, я бы хотел поиграть. Я бы хотел поиграть. Поиграть чат или нет? А с друзьями много. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной. Когда мои друзья со мной. Сразу видно, кто тут пожилой. Сразу видно. Сука, если зайдет 4 или 9, я делаю паунс в окно прямо сейчас. Давай. Полетел, давай, пошел. Сюда. Марк, на каком этаже находишься сейчас? Ваня, каков был шанс, что 4 придет? Пизда, ну Алексей, чем иди? А, ну ладно. Трудно сказать, потому что непонятно, скинули ли кто-нибудь четверку. То есть, была ли она на руках? Ну, короче, вообще не доезжает, нихуя не доезжает. А чего у тебя было, Алексей? Две пары. Две пары. Бля... У меня ни до стрита, ни до флеша не доехало. Олд. Паул, что-то последние руки вообще какие-то помойные. Что мне с ними делать? Алексей просто все раздачи забирает, нахуй. Говорит, да, да. 5-8 кол. Ну, 6-10 рука, что там у меня? Все, Коля. И столы такие же. Чек. Чек. Бет. Бет. А, ну и чего? У него нихуя нет, если у кого-то есть пара хотя бы шестерок, блядь, ставьте нахуй. Нет, у меня ничего нет. Вообще ничего нет. Покажи карты, покажи карты. У него сет, двоек, скорее всего, да. Последняя пусть. Залутал доллар, блядь. Да? Ну чё, тихим сапом, доллар там, нормалёк. Тихим сапом. Так, оп. Брат, а есть слот на покер? Опачки. О, Слав, ты нам хочешь бабок подарить? Ты же профессионалы играют только. Слава, я тебе вчера написал, ты умеешь покер играть, ты мне не ответил. Да я, блядь. Да ты игнорщик еще. Этот, депозитий, да вы реально бабки ставите? Да. Yes. Чек. Ты умеешь играть, Слав? Да. Самые легчайшие 75 центов для моей жизни сейчас произошли. Слава, как там клан? Голос умирающий, я услышал только «Ванёк». Блядь, я что-то с ума сошел. Я вчера, блядь, 5 часов подряд повторял строчки песен, да? Ну, мы же записывали две. Так. Я сегодня ложусь спать и через час просыпаюсь, и у меня эти строчки в голове сами повторяются. Так бывает, да. Как шиза. Я, знаешь, типа, вот голоса в голове, блядь. Ты сегодня стримишь, Слав? Не-не-не. Надо такое, за другое вирусное запоминающееся послушать несколько раз. Так пускай Слава залетает вместо Чайнера. Я, знаешь, прям с голосами в голове проснулся, блядь. И это Слава, ты когда стримишь? Сейчас врубаюсь. Чек. 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 Вообще охуел, блядь. Сука, какая. Бывает, а что поделать? Опа, два раза мира по ниточке, сюда. Алексей. Да, по чуть-чуть. Сюда. Сюда. Я такой не играю, Роман Макривский, блядь. Я ебал рот. Ну тут рейс пошел, надо посмотреть. Бля, я, короче, живу по киевскому времени, у меня 16, я уже думал, это только 16 сейчас. Чек. Какой классный. Хуже нельзя было стол придумать вообще? О, пошел, куда ты? Роман, вы что? Изи блеф. Сейчас Гвин ебнет. Изи блеф. Гвинглады, что за пары? Мне просто интересно, блядь. 4-3? Ну, Гвин, у тебя же нихуя нет. Вот, я думаю, у тебя тоже нихуя нету, понимаешь? И на чем ты хочешь выиграть, скажи мне, пожалуйста? Ну, у него, может, туз есть хотя бы старший.
Ну, у меня туз был, да. Нет. У меня был туз. А, ну, блядь, слава богу, что не пошел, пиздец. У меня дама туз. Админ чисто ради интереса иногда любит залететь просто. На стрим посмотреть. Чек. Опа. 10-9, можно? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 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 0
разыграй. Пиздец, проблема. 21 века. Разыграй. Кошечки век, дай, кошечки дай, в смысле? Кошечки, стримеры, блядь, икру жрут, не могут доесть. Да не, мама просто подарила, мама подарила икры, блядь, и я в ахуе, не знаю, что с ней делать, блядь. Кушать, вырасти из нее рыбок. Выпусти их на свободу. Стой, а можно так? Да. Я втил. А как? Мне надо на икринках сидеть? Да. За щеку берешь икринку и держишь там, чтобы тепло было, вся хуйня. Чел пишет. А чё вы скинули, долбоебы? Чел пишет, в рыбу обратно засунь. Время закончилось. А чё вы скинули, блядь? С нами левый какой-то челик. Да, что за страна? Тайвань. Тайвань. Всё равно, можешь меня офать? Зарубай. Блядь, посиди еще 5 минут, я просто. А, ну ладно, ладно. Если надо посидеть, то посижу. Эпохой. Бля, мне бы. Эпохой. Чего он там делает? Началось. Зашел какой-то. Пушит. Все, погнали, я не похуй, я играю еще, он, блядь. Да ты с чем играть было-то, карты говно. Согласен. У меня тоже карты. Ой, как хорошо, что я ушел. Че у тебя, Ром? Че у тебя? Бля, сейчас восьмерка залетит, я сука, реально, блядь. Ром, учитывая то, что он долго думает, он просто смотрит твои карты, я тебе так скажу. Ну, кстати, да. Походу, нам смысла продолжать нет уже, блядь. Ну, наверное, да. Почему ты думаешь, что это? Хуёк, стрим-снайпер залетел. Это, возможно, не стрим-снайпер, он просто щелик рандомно залетел. Так и чё, любую страну можно указать, и все, типа он Тайвань. Здесь нельзя указать, знаю этого. Сидит Жора Рочев там, в Тайване. Давай, рассказывай, блядь. Снайпит карты. Чёс! Марк с жопы засунь икру пустил. Да, вот это, ну... Будем просто параноид стрим-снайпер, не стрим-снайпер, блядь. Можешь карты закрыть просто картинкой, да и все. Пускай сосет. Ау, джекпот, 462. Мне кажется, чат интересно тоже смотреть. А интересно, эти бабки, которые им накидывают 462, ну ты просто можешь показывать потом раздачу. Бля, Гвин, что ты делаешь? Реально, что ты делаешь, Гвин? У меня просто красивый баланс теперь. 7, 8, 9. 8 балет, блядь. А, у него 8. Гений. 7, 8, 9, 10, балет. Ну это да. А, получается так. Ау. Ну, играйте. Так, вот что-то она. Мне вообще ничего не вот идет. Вот он валет, вот он стрит лежит на столе. Карты дайте, пожалуйста. Парочку хотел. Парочку. All in. О-о-о! Ну это стритович, это стритович. 100%. Бля. Он сразу на флопе пришел стрит. Мне кажется. Ну, может быть, да, кстати, с флопа уже был даже. Full house, как спасет, алло, куда колет, блядь. Блефует. Нахуй ты заколил, блядь. Я просто наебал, блядь. У меня нет стрита. Че у тебя? Блядь. Сюда, нахуй, я думал, король я на характере покера, думал. Блядь. Да нет, всё, я не думал, что Марк пойдет. Все, в пизду, блядь. Короче, я думаю, мы все наигрались, блядь. Да, все. Блядь, я думал, у него старший стрит, я думал, у него валет. Да, да у нас типа чел. Так я тоже думал, блядь, что у меня это будет, понимаешь, блядь? Ну, давай. Вы так уверенно это сделали, все. Сука. Вань, можешь мне написать, куда тебе скинуть? Да ничего не надо, Оль, ты чего? Да не может, ты говоришь мне, да? За приятную компанию. Оль, да и там все. Биток поднялся, ты чего? А, да ладно, спасибо.
Фу, мне тогда, сердечко не тогда, остановилось. Тогда ладно, Ваня, я еще хочу вот эту сумочку. Ваня, VR хочу, Вань. Да реально, Вань. В Печоре подешевле, наверное, VR. Ну типа да. Чат, вам вообще понравилась такая тема? Мы можем еще что-то с покером делать? На что с ним еще делать? Только играть рам. Нет, там какой-то турнир между сделать, что-то такое, типа. Нет, это имба. Ну, блядь, надо, чтобы комната своя была. Надо, так свяжись с ними, блядь. Я напишу сегодня. Может, реально Poker Stars просто, там, наверное, с этим проблем нету. Чё, почему не там? Да там неудобный стол, мне не нравится на Poker Stars стол. Нет, а стол там обычный, типа, нормальный. Так, такой же стол. А вы там играли уже? Там нет, конечно, смайликов таких вот этих. Да. Смайлики имба. Мне как и покерок понравилось. Можно просто на Poker Stars создавать комнату и, типа, просто условный день какие-то по 5000 между нами там поставить или сколько, ну, меньше там или больше. Можно. Типа, и просто играть на условной фишке. Да, кстати. Ой, блядь, нихуя, прошу прощения, порвалось, блядь. Что, ребята, тогда нормальненько. Можете выходить уже с фабрик? Давай, давай. Спасибо, пока, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо большое, что позвали. Спасибо, что отобрали мои 20 баксов. Спасибо, ребят, спасибо. Почаще покер, это очень пизда, там мне такое нравится. Он просто не слышит. Я не слышал. А, ладно. Смотри, я никуда не уходил. Пизда-то, братан, пизда.